Добрый день, добрые волшебники нашего замечательного канала. В первую очередь хочу пожелать вам всем здоровья. И с вами, как всегда, я, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья. Сегодня у нас ролик о том, что наша Сандра, девочка Сандра, который какой-то двуногий недочеловек, к сожалению, вместо угощения взорвал петарду в пасти. Вы все помните эту жуткую историю. Сандру хотели усыпить, но это было первое мнение Николая Николаевича, потому что, ну, действительно, фото, видео были ужасающие, страшные. Но, слава богу, после долгих уговариваний все-таки Николай Николаевич нас принял, и Сандра жива, прошла несколько этапов операции, ей сделали пластику. Сейчас Сандра уже как 3 недели находится у меня дома. Но у Сандры есть мама, потенциальная мама, которая сразу же после первого ролика позвонила мне и сказала, что она готова удочерить нашу Сандру. Это Волгоградская область, это женщина, которая у нас уже удочерила одного ребенка, Киру, если все помните, малышку с черепно-мозговой травмой. И Сандру ждут, но у нас, к сожалению, проблемы с финансами. Отправка Сандры стоит на такси, это 20 тысяч. Поэтому такая моя большая семья, дружная, уже родная. Я очень прошу вас каждого помочь нам собрать финансы на отправку Сандры в семью. И еще у нас 25 тысяч долг перед Натальей и Вадимом. Это наши собаки, спинальники, инвалиды, которые находятся на передержке в Калужской области. К сожалению, собрали, я писала и ранее, говорила, что мы собрали всего лишь половину оплаты передержки. И вот такой вот у нас сейчас конец месяца, сложный. Поэтому, как всегда, я обращаюсь к вам. Моя такая большая дружная семья. Прошу вас репостить, ставить лайки, комментировать, смотреть, делиться с друзьями в соцсетях нашим роликом. И, конечно, как всегда, мы ждем и надеемся на вашу помощь. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приют «Твори добро» Наталья.